Алло, амигос, и вечер добрый. С вами Квантум, с вами Мехакер и с вами Агиман. И добро пожаловать сегодня шоу «Лестница плюс Лаки-Блоки». Сегодня спецвыпуск. Здравствуйте, дорогие друзья. Трум-бум-бум, друзья. Взгляни, у нас 21 ящик удачи. Что из него выпадает, мы не знаем. Это абсолютный рандом. Это может быть танк, самолет, катер, быстрая машина или Бигфут. То, что нам выпадет на этом. Наша задача заехать как можно выше вот по этой лестнице. Смотри, что получится. Мы будем начинать, и про подписки не забывай. Погнали! Поехали! Мы определили поочередность выбора лаки-блоков. Я выбираю лаки-блоки первый, Миша второй и Агиман третий. Что происходит? У нас 21 лаки-блок. Мы обращаемся к рандому, который помогает нам выбрать лаки-блок. Рандомное число от 1 до 21. Это будет 8. Это будет 8. Что мы делаем? Мы считаем лаки-блоки от 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И открываем его. Вот это ништяк! Вот это сходу прям круто! Кстати, чем ты занимаешься в свободное время? К примеру, я, когда появляется минутка, ложусь на пол и открываю One State. One State — это первая онлайн-игра с открытым миром и RP-режимом. Я впервые увидел нечто подобное на телефон. Просто посмотри на это. И все это прямо у тебя в руках. Сотни человек на одной карте и 1000 одновременно могут играть вместе. Ты можешь построить карьеру полицейского и возглавить фракцию. Или пойти в банду и вести криминального образ жизни, а можешь быть работягой и потихоньку организовывать свой бизнес, вести торговлю с другими игроками. Здесь все зависит от тебя. Что немаловажно, игра оптимизирована под разные типы устройств, поэтому комфортно играть можно будет всем. One State совсем бесплатный, а также без надоедливой рекламы, как в остальных играх. Качай One State по ссылке в описании прямо сейчас и заходи в игру. И не забудь забрать подарок по моему промокоду Quantum. Ссылки в описании. Прошлую игру, прошлую серию лестницы я просто очень сильно гонюсь, задние колеса подруливают. Что за монстр долбанный? Миша, твоя очередь, выбирай лаки-блок. Число от 1 до 20. Число 10. 10, значит, 8, 9, 10. 10 лаки-блок — это вот этот, но ты лучше пересчитай. 10. Пахнет маленькая машина. Что это? Дилижанс! Мне сюда Кратос нужен, чтобы его прицепить. Запрячь лошадку. Это первый... Мобиль, блин? Фига он прет. О, сексуальный гудок какой. Нагиман, выбирай. Миха выбрал себе тачку, ему выпал. Слушай, но главное, что у него колеса спереди. И это шанс того, что он проедет далеко. Так права же хрень. Алиса, рандомное число от 1 до 19. Число 13. 13, значит. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Вроде как этот. И... Да! Ты чё, гонишь? Он заедет, интересно. Ну, мне кажется, особо далеко он не заедет. Моя голова самая маленькая, самая стрёмная. Первый раунд, посмотрим, кто заедет максимально далеко. Твои предположения пиши в комментариях, кто заедет. А Гиман не может даже на панк подняться. Чего? А тут как бы... Ну, я тебе скажу так, дальше Дениса не проедет никто. В смысле? У меня все окей. Да? А у меня тут... Вот, пожалуйста. Море, чего-то, ну. Мы наконец-таки починили нашу лестницу. Что нас ожидает? Нас ожидает подъем. Чем выше поднимаемся, тем больше баллов. В конце баллы суммируются, и мы определяем победителя. Вы готовы? 3, 2, 1, поехали! Посмотрим, кто заедет дальше всех, кто будет самым крутым. Но пока что мой хаммер подает больше всего надежд. Иначе я вас взорву. Ваши пукалки. Ну слушай, я нормально еду. Так-то! Я чуть не упал. Да, Мехакер-то тоже проходит ништяк. Посмотри на меня, наверх. Ага. Видишь, что мне наверху поднимается, опускается. И что это такое? Еман, это пусковой комплекс какой-то. Но я это делаю с помощью Ctrl Shift, если что. Выглядит не очень безопасно. Спасибо, Миша, я поехал. Задом он едет хорошо, потому что передом уже все, он закончился. Слушай, а танк-то у Агимана прет нормально, думал, он фиг заедет. Я вообще удивлен, он вообще не должен был сюда заехать. Да и Миша тоже, посмотри, заехал на 10-ку уже. Я пока не могу дальше. А я все. Я 12, ты походу мой максимум.
Ай, я фиксируюсь, не мешай мне. Все, я приехал, 12 баллов есть у меня. Первый раунд завершен, по итогам которого я и Агиман набрали 12 баллов. Залезли мы очень далеко, танк прям удивил. Ну и Мишин Дилижанс тоже был неплох, на 10 баллов залез. Продолжаем выбор, выбираю следующий ящик, где 18 ящиков у нас остается. Рандомное число от 1 до 18. Это 8. Это опять 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, соответственно, это следующий блок после этого, потому как выпадал, и мы переносим число. И Toyota! 6 колес! Все, я выбрал тачку, а давайте выбирать следующую. Число от 1 до 17. Число 15. Пау. Что? Чего? Формула 1? Самая заниженная, блин. Раллийная формула. Но Дилижанс тоже был неплох, Миха. Да Агиман, твоя очередь. Она жужжу делает. Алиса, рандомное число от 1 до 16. 8. Опять 8. Вот этот. Раз, это два, следующий. 4, 5, 6, 7. Ага, 8. Вот этот вот. Угу. Снежком, да? Гранаты. Форд. Это шарик. Форд. Здоровый какой трындец. Ты прикинь, это целый грузовик, а не машина. Ваше предположение снова пишите. Кто во втором раунде проедет максимально далеко? Мы готовы ко второму раунду. Посмотрим, кто заедет максимально далеко. Стартуем через 3, 2, 1. Поехали! Слушай, ну Агиман, мне кажется... Ого, я быстрый! Чего? Я быстрый, я боюсь улететь! Я такой же, чуть не улетел! Слушай, ну у меня мой хайлюкс прям вообще тащит. У меня просто прыгунчик какой-то. Слушай, так ты пользуйся этим, и ты сможешь доехать вот максимально далеко. Я доехал до отметки 12 баллов. Еман, он при... Что, 12-й мой предел сегодня? Не понял. Или да? О, как заехал. Ты мне говоришь? Нет, ну слушай, хайлюкс-то у меня прет уже. О, 14 баллов. Да ты ж мой маленький. Да ты ж мой хороший. А, все? Нет, не все, я в тебя верю. Я заехал на 15. Миша, у тебя как дела? Я смог лучше заехать. На 10! Чего ты там делаешь? Каких 10? На 11! Давай! Ты гонишь! Нет, у меня не 4, на 4. Я Гиман, который едет на внедорожник. Опа. Я походу все, это мой предел. Я фиксируюсь. По итогу второго раунда в сумме у меня 27 баллов. А Гиман, сколько у тебя? 25. А у тебя, Миха? 21. Но все достаточно неплохо. Я пока что на первом месте. Выбираю следующий блок. Остается у нас 15 лаки-блоков. Рандомное число от 1 до 15. Это будет 10. Это будет 10. Значит, считаем с конца. 15, 14, 13, 12, 11, 10. И... За что? Она максимально низкая. Хуже не придумаешь. Так хорошо все начиналось. И так все плохо опять кончилось. Так, ладно, что выпадет мне? Что за трдельник? Число от 1 до 14. Выпало число 7. Что? Давай, я говорю. Ну, Toyota, ну да, высокая подвеска. Агиман, твоя очередь, так, выбирай. Да. Давай, моя очередь выбирать. Кинь, она у тебя летающая. Да, Алиса, да, да, жопа летающая. Число от 1 до 13. Выпало число 4. 4? Выпало число 4. Далеко ходить не нужно. Так, я расчехляю секретное оружие, потому что надо вырываться. Снежок, у него оружие секретное. И это... Охрененное секретное оружие у него прям... Тачка дедушки. Лучше, чем у некоторых, так что попизди мне тут. Мы готовы к старту. Третий раунд. 3, 2, 1, поехали! Слушай, ну я пока еду. Неплохо еду. На тройку сейчас, на тройку заехал. Чего? Да я почти до Агимана доехал. Да ты же на четверку заехал, это уже мощно. Оп. Я думал, ты на единицу не заедешь. Пока пацаны уезжают далеко, я кайфую на четверке. Нет, дальше я походу не поеду. По итогам третьего раунда, сколько в сумме баллов, Агиман? 32. А у тебя, Миха? Тоже 32. А у меня 31. Трындец, вы догнали меня и перегнали. А чё ты моему снежку скажешь? Видишь, какой хороший снежок. Плохой снежок. 12 ящиков остается у нас. Рандомное число от 1 до 12. Ответ 5. 5, значит. 1, 2, 3, 4, 5. Да, вот это мне, конечно, сейчас не особо лежан. Это настоящий лежан. Что выпадет вам? Он еще и не едет. Маленький подленький автомобиль. Так, ну слушай, вначале мне прям хорошо выпадало, а сейчас какая-то ерунда пошла. От 1 до 11. 8. 8. 4, 5, 6, 7, 8. И?
Чего? Что это ламы? Это ламы? Упряжка ламы. Оно летает? Погоди, оно летает? Надеюсь, нет. Эй. Да ты заебал, я быстрее сяду. Нет, не летает, оно тупо едет. Не, не летает. Но едет неплохо. Ой, ну-ка, да я. Алиса, рандомное число от 1 до 10. Число 5. Число 5. Раз, два, три, четыре. Вот этот вот. Ага. Да? Оп. И... Что это за холодильник? А где текстурки? Я не знаю. Где текстурки? Invisible мобиль, невидимая машина. Ну, я даже не знаю, самый ли плохой у меня автомобиль выпал или нет. Посмотрим. Четвертый раунд. Агиман починил тебе машину, наварил на нее обшивки. Теперь это выглядит нормальная тачка. Миша на ламах, я на тачке. Посмотрим, кто проедет максимально далеко. 3, 2, 1, поехали! Это трындец. Слушай, не, я хорошо поехал. Я с низким, прям страшно. Привет, Квант. Агиман, что происходит? А Миша на ламах. Миша, что происходит? Не очень как. Он не заднюю ось-то заносит как. А я все, я походу приехал, у меня 6 баллов. Да что за жесть? Даже ламы едут дальше. Посмотри, как у меня колеса поворачиваются. Ты сейчас просто... Да у тебя там дрифт выворот вообще. Я походу приехал, 6 баллов. У меня в сумме 37 баллов. Миша, сколько баллов у тебя? 40 ровно. А у тебя, Агиман? У меня как на 7-м, только на 1 пониже. Понятно. Это значит 39. Миша на первом месте, Агиман на втором месте, и я на четком пацанском третьем месте. У нас остается 9 лаки-блоков. А рандомное число от 1 до 9. Это 1. Первый блок. Открываем. И это... Да что ж такое? Почему? Что это такое? Это мини-купер, это Ора. Это китайский это? Какой-то мини-купер. Электрический. Ура, амигос! Импортозамещение, это иранский. Импортозамещение? Число от 1 до 8. Выпало число 3. 3. Прям вообще рядышком. Высокая? Ну... Нормальная? Высокая? Как так прям, Миш? Спереди высокая. Что это такое? Винни? Это Винни-Пух называется. Тоже импортозамещение. Агиман, выбирай. Алиса, рандомно... О, да он быстрый! Она не поворачивает, ни хрена. Извини, Агиман, я думал, выверну. 7. Это вот так вот. Оп! И? Это... Что там тебе выпало? Это ничего. Ну, это нормально, кстати. Ну, она быстрая, но она низкая. Мы готовы к старту. Посмотрим, кто заедет максимально далеко. 3, 2, 1, поехали! А видел этот прикольный эффект, когда типа у тачки колеса вообще стоят? Ну, это синхрониза! Да. Я говорю, видел такой? Офигеть, да, видел. Не, это всегда прикольно. Блин! Когда синхронизируется количество оборотов и частота кадров, тогда происходит этот эффект нафиг. Ну все, Миша победил Агиман. Я почти заехал. Я тоже почти заехал. Ты мне помешал. И первее мне. И помешал. Миша, который там вообще уехал. Видишь, как я без тебя хорошо все делаю? Миша, ну, стоишь? Что ты делаешь, Квант? Я заезжаю, Агиман. Ну она огромная, ну ты посмотри, сука. Мне места мало, я большой. Она как футбольное поле, ты поместиться не можешь, серьезно? Могу, ты мне мешаешь. Что за агрессия? Я заехал. Не, я походу даже не заеду, я фиксируюсь. 7 баллов. В сумме у меня 44 балла. Сколько у тебя, Агиман? Столько же, сколько у Миши. А у Миши сколько? 47. 47 баллов, значит. Ну, я не так сильно от вас отстаю. 6 блоков остается у нас. Посмотрим, что выпадет мне. Рандомное число от 1 до 6. 6. Давай, шестерочка, просто по красоте нам уйти. Даже оружие классное возьму. Да, я офигеть, делать момент один. Тебе игра по жизни говорит, но ты... Что за тачка? Что она такая маленькая? Я хотел по... Шестерить будет сейчас на маленькой машинке. Число от 1 до 5. Трындец. 2. И что тебе выпало? Ну, тоже странное нечто. Рандомное число от 1 до 4. Число 3. 3. Готов смотреть и плакать, смотри. Давай. Смотри, иду так с ревиком. Хача! Ну, кстати, о! Нормально. Мы готовы к старту. 3, 2, 1, поехали! Я не знаю, как далеко заедет моя жучка. Я так явно не могу, я могу только ехать боком. Но я пока еду, и на этом уже спасибо. О, я заехал к вам сюда. Здравствуйте, господа. Я тоже, как ты, Агиман, могу. Охренеть. А я не могу так, как вы, но я пока что не теряюсь, я вот уже на шестерочке. Нет, смотри-ка, едет дальше. Трындец, конечно, у Агимана с прыжками. Повезло. И я такой тоже. Как вы, только не как вы, блин. Давай. Заехал! На восьмерку, офигеть. Давай девяточку сделаем.
Нет, девяточку, походу, мы не сделаем. На 8 я заехал, ладно, сойдет. 8 так 8. Обалдеть, вы далеко заехали. Да, только вот он. Ну он как бы 16 баллов у вас у обоих. И я, который заехал внизу на 8. Значит, раунд завершился. Миха, сколько в сумме баллов? 63. У тебя, Гиман? Плюс 18, 65. И у меня 52 балла. Уху, нужно догонять. Это финальный выбор блоков. Три блока остается. Если не выпадает все что-то классное, возможно, я и выиграю. Или второе место займу. А если нет, выбор, то нет. Рандомное число от 1 до 3. Это будет 2. Это будет 2. Посерединке. И это да, маленькая машина. Ну, кстати... Toyota Hilux опять. Ого, там бабла! Забирайте себе все, я уезжаю. Да, число от 1 до 2. Выпало число 2. 2. Ауч. Ё-моё. О, ну на восьмерочку, как Гиман, да заедет. Да не может поквитаться. Да блин, ты гонишь, мне нужно сейчас дофига баллов набрать. Сейчас что, Гиман? На Гиман, бери себе блок, открывай его. Я такой подхожу к нему, он такой ну, смотрит на меня. Ну, на 12 я заеду. Да! Чего? Ой-ой-ой! Ой, извини, Миша, не заметил. Бега полиция. Трындыкс. Мы готовы к старту. Финальный раунд, 3-2-1, поехали! Ну, а Гимана, конечно, нафиг догоню. Надеюсь, у Михакера... Сколько там разрыв у нас, Миша, был? 10 баллов. Я уж цепляюсь! Серьезно? Ты охренел, ты по мне проехал. Совесть имей. Да, на 8 застрял. Чего? Я не заезжаю? Да... Да ну нафиг! Едем, катимся, этот катится, я вот только на девятку заехал. Не, у меня вообще тяжкая тачка, она не едет. Я приехал как-то от Тарантайка на 4 балла. Как жаль вас, ребята. Я Гиман, который жаль уехал наверх. О, боже мой, как тяжело быть лучшим. Он еще выше и выше, кстати. Он еще издевается. Нет, ну это, короче, бесперспективняк. Где лесенка справа, попробуй. А у меня нет тут лесенки. О, заехал! Я лучше. Ну, Миши там свои. Да, я еще заехал дальше. Ты куда понесся? Давай 12. Нормально пошло. 13. А ну. Ну нет, нет, все, да нет. Как же нет, тогда да. Затянем. Да, заедем. Так, смотришь, не третье место будет у меня? 2 балла тебе надо. Нет, 2 балла я не вывезу. Я же убил ее вообще полностью. В ухнарь разнес ее. Ну да, я фиксируюсь. Миша, сколько в сумме баллов у тебя? 67. Трындец. Просто трындец. У меня 65 баллов. Как раз таки 2 баллов и не хватило. А я Гиман, который там наверху. А Гиман, сколько у тебя баллов? Сейчас я проехал 18, того 83, я же говорю. 83 балла у Гимана. Это просто первое место. Беспрецедентное. Квантум был с вами. С вами был Мехакер Агиман. Это была лестница, спецвыпуск. Как тебе серия? Хочешь матч-реванш? Пиши об этом, мы его устроим. Спасибо за просмотр, всем пока и до скорых встреч. Пока-пока-пока.